Всем привет, это канал Герасим Шерп. И сегодня мы вам хотим рассказать, как и почему мы не дошли до мыса Канин-Нос. У вас было много версий, вы нас подозревали в том, что мы хотим скрыть правду. Нет, мы вам ее расскажем. В общем, смотрите, правда бывает разной. Ребята, привет. 17 сентября. Идет 15-й день нашего путешествия. Мы на озере Корабельное, в самой северной ее части. До мыса осталось примерно 35 километров. Если все пойдет по плану, сегодня мы там будем. Народ спит еще по углам. А я сейчас хочу встать, сделать бутеров на всех, да, наверное, наварить воды, что ли. Вот это момент, посмотрите, солнце. Красотень. Мишка тарахтит уже, что ли? Уже ребята тарахтят. Вот это знак, быть там на мысу. Солнце за столько дней. 4 дня уже не было солнца. Так, сейчас накипятим воды. Интересно, почему озеро Корабельное? Ребят, я же говорю, это знак был. Все, солнца нет. Фиг знает, когда покажется. Там все затянуло, все везде. А вот там вот была маленький просветик. Но давление растет, и это не может не радовать. Погода улучшаться будет. Может быть, мы снова сможем вечером посидеть у костра. Так, ребят, пристроил я гриль. Везде тут болотина. Короче, будет у меня здесь стоять. Решил я ребятам тостиков наделать. Возьму пальму первенства дежурного. Конечно, у меня рыбы запеченной в грибном соусе не будет. Потому что я на такие сложные действия ленив. Могу кусок мяса зажарить. Вот 700-ка позволяет уже засунуть 8 кусков. Почти все, что мне нужно. Нужно 10. Олег заправляется вон. Ура, опять солнышко. Крутотень-то какая. Хлебушки подпекаются. Ну, ребят, к нам гости приехали. О, вездеход такой к нам приехал. Вездеход, да. О, бодаются, тешутся там что-то. Это все. Что-то ругаются. Стоять не хотят. А, стоять не хотят? Ну. Работать хотят. Все, заправились ягелем. Надо дальше мчать. Ну, это Роман к нам заехал. У вас-то там интернета нету в бригаде? У нас откуда? Нету? А, нету. Это тарелка, телевизор, да? Да, телевизор. Спутник. Наклейку тебе дам, это наклейка нашего канала, то, что мы путешествуем. Будет сухо, на тарелку приклей. Ага, хорошо. Во, будет тема. Герасим Шерп, это, ну, у нас команду так зовут. И вот мы по всей стране путешествуем. По всей стране? Где вы уже бывали? Байкал, Кольский. А в Байкале были? Да. Еще Астрахань на югах. Там. Страна огромная, жизни не хватит, чтобы ее увидеть. Как не хватит? Не хватит. Не хватит. Тут, по сути, Канин, чтобы увидеть, не один год нужен. Как не один, вон, за один раз пролетели. Как? Так пролетели, да ничего не видели. Ничего никак. Толком-то. Надо было засветло ехать. Молодец, хорошо. Миша, держи. Как ты любишь без масла? Да? Замечательно. Ой, ковыряться что-то. Роман без кальциоза в этом озере. Радиационный фон у нас сегодня в норме. Роман оленевод приезжал с первой бригады. Меня, ребят, вчера мучился и ехал. То что, там мальчик маленький у них. А мы что-то поехали, запарились. Я даже ни мандаринки, ни апельсинки не оставил. Сейчас грушек, яблочек и апельсины кому передал. Вот и получилось все хорошо. Конфеток. Пусть дитё порадуется.
Так, а у нас запуск. Как по маслу. Ремень от генератора один спалил. Слишком мощный генератор стоит. Так, у нас сегодня 17 сентября, вторник. До Канина нам осталось километров 35. Загадывать не будем, постараемся сегодня дойти до крайней точки нашего маршрута. Олег, готов? Я давно готов, поехали. Так я же спрашиваю, молчите, Дима молчит. Мы тоже давно готовы. Ну, поехали. Как у всегда, готовы? О, давно мы уже в тундре, давно. Мы давно готовы. Вот, смотрите, вправо 5 километров Баренцево, влево 5 километров Белое. Носом Канином уже пахнет. По варге вот она четкая, видно ее. Вон она, Дим, посмотри, видишь, как читается вся ее, видно прям, новая трава растет. Ой, красивый водопадик-то какой. О, ребята, тундра плачет. Текут ручьи, опалился берег. И вот такой вот ручей. Причем, смотрите. Дальше не надо, обваливается берег. Вон он какой, льется. Как с душа. Как будто дизайнерская работа.
вышли на старую вездеходную дорогу. Потверже, побыстрее идем. Хорошо. Ребят, уже дома на лесу видно. Но... Да, ребят, приезжаем в Барицево. Да, я тут встал. Вот так, ребят. Так, парковка у меня тут очень платная, дорогая, поэтому места мало парковочного. Опа! Посмотрите, Баренцево море. А вон там белая, а вон радуга, вау! Давай, Герасим Васильевич, а то подписчики уже волнуются, ждут тебя. Что бы вы без них делали? Вот он, снежок на сентябрьской. Эй! Матрешкин! Вот так вот. Ежели что, на Канином и снега летом найти можно. Все, ребята, вот уже за этой сопкой будет мыс Канин-Нос и Канинский маяк. Мы достигнем нашего путешествия.
Ну, практически мы уже у самого носа. Стоят от радаров. Олег, ты тут пока поройся, может, какую-то передачу найдешь себе. Здесь железа много. Добрались. Опа, Гера. Иван. Очень Привет. Приятно. Что, сломались? Гера. Да. Обалдеть. Ломались, стояли 5 дней, запчасти, блин, делали, ждали. А где хозяйка мыса? Я сейчас одевается. Привет. Здрасте. Иван. Закрывай, Миша, льет. Мы думали, вы уже не приедете. Не, приедем, как это? Да. Олег. Иван. Проходите туда, в дом, что. Тапочки не взяли с собой. Опа, вот она, хозяйка мыса. Привет. Привет, Евгений. Снимаем тапки. Да. О, напугаем сейчас Канин дыни-то. Пусть боится. Посмотрите на довольные лица работников маяка. Ну, это еще такие не соскучившиеся сильно. Вы сколько уже приехали? Да. А, сколько? Третий месяц мы здесь. А, нет, тогда нормально уже. Уже соскучились. Вот. У нас с полным входом идет разгрузка. Я думал, только приехал. Ну, все лето здесь. Понятно, наверное. Саша, вот передаю хозяйке мыса свой подарок. Спасибо. Говорят, ты страшная сладкоежка. Да. И поэтому тебе вот таких вкусняшек передали. Спасибо. Это видео, такие мармеладки с орешками. Вкусные. Начинаем потихоньку сдавать продукты. Чего тут только нет. А сейчас еще будет вкусный. В принципе, можно позвонить. Так, ну что, одно я могу знать точно наверняка, что обратно мы полетим, потому что все вот это вот останется здесь. Дмитрий. Да, деньги здесь, ну, не очень. Да, откровенно говоря. А вот это здесь очень нужное. В хозяйстве пригодится. В
ребята, чуть не врезались в нас гуси-то, елки-палки. Вы там глаза-то протрите, залили, что ли? Вот сумасшедшие, а. Ба! О, кстати, заказывал кто-то ветчину там, я не знаю. Я передам. Передам. Завтра. Ребятки, я думаю, первый раз на мысу Канин-Нос на гриле готовят не оленя, а горный баран. Вань, как ты считаешь? Да. С грилями-то не было, с баранами-то было, да? Да, конечно. Всякое было, скажи. И бараны приезжали, и баранов готовили, а елки-палки. Но у грили не было, наверное. Так что мы будем первыми. Хоть какой-то рекорд поставим. Так, господа, что у вас готово? Да, карчево. Так, сейчас. Так, продолжается, Дим, аккуратно с шнурками, смотри, не упади, ты несешь хрусталь. Здесь это приобретает особую ценность, аккуратно. Как тебя зовут-то, пес? Дракон. А, дракон тебя зовут? О, опасный ты, у меня там есть для тебя ништяк какой-то. Ты только смотри, гриль не открывай, сам не ешь, понял? Тебе потом дам вкусно. Не, да он. Любишь гостей ты? Любишь гостей. Ты что, линять собрался? На зиму или на лето? Что, лето пришло или зима пришла? Бараниной-то пахнет. Ай, как, да? Гриль надо. Горный олень. Да. О! В общем, освобождай тару. Так, это что? Это все. Это чипсы? Не, это не там чипсы, там кузи. Эти палочки, да, кукурузные. И, короче, вот они. О, семочки, фигемочки. Супер. Я его здесь пока поставлю. Да. Все быстро надо будет есть. А это семечки? А? Не, это не все семечки, я просто сверху положил. Ничего себе.
Что, семечки, что ли, Герасим? Нет, там конфеты всякие, тортики, фигуртики. Да, слушай, ты... единственное, знаешь, что это запах, пусть не смущает, потому что мажитель я вам вез еще. И он бахнул. А, ну, понятно, ничего, оно никуда не протекло, там шоколадки, шоколадки. Ну, запах туда... это достался. Надо все в склад, наверное, вести. Вот, ребятки, горный олень. А, дошел у нас до кондиции. Молоко, семки, творожки и молоко, да, на каненом носе. И колбаса сама прискакала. А, ребятки, посмотрите, что у меня тут получилось. О-хо, блин. Просто бомба тема. Сам бы ел. Канин, мы с Канин. И мы тут. Вот там Белое море, там Баренцево. Вот там за углом просто, вот оно. Вон там Баренцево море. Вон там Белое море, короче. Со стороны Белого моря меньше дует. Поэтому я тут. Опа-да-дам-ба-дам-ба-дам. Опа. Опа-на. Как тарелка маленькая какая-то. Да. В этот раз я даже посолил. Самая большая была. В этот раз я даже мясо посолил. И поперся. Видно. Смотри, разваливается. Надо пирамиду сейчас. Не, это я это сам надрезал их, чтобы прожарились между этим. Блин, маленькая, конечно, да. Маленькая. Сейчас дракончик будет рад, если что-то это. Нормально лежал. Да? Не будет он теперь рад. Нежно-нежно уходи. Уйди, фу. Ничего тебе, дракоша, не достанется, не дают тебе ничего вкусного, да? Нет? Интересно было наблюдать, как Евгения готовит хлеб. У них специальные формы для выпечки. И они замешивают тесто, ставят в духовку, и у них есть свежий хлеб. Спилберг наш. О, ребята, знаменитые канинские манты. От Дмитрия Семёна. Целый мантозавод приехал. Мантозавр. О, ребята, пришел. Попарился сейчас. Стирку устроил. У меня теперь тут сушка. Вещи сушатся. Можно отдохнуть часок. Пока сейчас все в баню походят. Там пирог готовят вкусный с рыбами. А что это у вас тут так пахнет вкусно? А-а-а. Еду готовят. Еда, она ведь при свечах сидят. И в темноте, главное. Замечательно. Что это он точно тарелок взял? Евгения испекла нам супер пирог. Герасим Васильевич, как вы ощущаете себя после употребления? Отвратительно. Ну, подробности про пирог-то рассказывайте, рассказывайте. Не пробуйте, выкидывайте все вот эту тарелку и все. Что это не пирожок с вареньем там каким-то, а все-таки пирог с гольцом. С кем это? С гольцом? Красота! Нет, ты что думаешь? Вот такой у нас вкусный торт приехал на Канин. Das ist fantastisch. Чуть-чуть потаял, но учитывая, сколько он проехал, ребята, он вообще не должен был здесь появиться. Крема брюлея. Жалко его резать было. Да. Ура! Ура! Очень вкусно. Торт в таком месте. Это... Да, Димас, вы красавцы, конечно, молодцы. Ваши так, ребят, но в силу я... того, что мы все-таки добрались до мыса Канин-Нос, вот, нету больше? И приехали, не хотелось сделать это раньше. Это плохо. Мы будем вручать участникам экспедиции вот такие ножи. Вот такие вот ножи. Команда Герасим Шерп, с одной стороны надпись, и логотип нашей экспедиции Канин-Нос. Этот нож мы вручаем Михаилу. Так, Миша, это тебе. Благодарю вас. Далее, заметьте, да, цвета. Угадайте, это чей нож будет?
Это сложно отгадать. Сложно вообще. Интрига? Нереально, нереально, я бы даже сказал. Это будет отгадать. Нож Олега. Ух ты! Спасибо! Невозможно угадать. Ой, спасибо большое. Между прочим, надо денежку за нож отдавать. Да. Ни в чем себе не отказывайте. Это у нас серый вездеход. Это у нас будет нож Димы. Дима, у тебя серый вездеход, оказывается. Держи. Держи монетку. Держи, держи. Так. У меня сейчас уже поездка отобьется. Вот этот оранжевый нож будет мой. Тоже. Ну и самый супер-пупер ножик у нас. Опять же, стальные бивни сделали вот такой вот шейничек нашей походнице будущей. Она уже обкатана в боях. Держи, вот тебе нож, не порежь спасибо. Палец. Он такой с цветочками. Вытаскивай. Ну все, пипец, сейчас я прицеплю. Кстати, да, карельская береза, цветочки тут у нее. Модифицированная береза. Команда Герасим Шерп, Канинос. 2019. Все, теперь вот у каждого вот. Свой это нож. Якутский нож. Ко мне больше не обращайтесь. Все, пользуйтесь. И до этого не ходили. Да. Стальные бивни молодцы, потому как они немножечко не успевали прям с заказом и привезли его лично из Ворсмы, это под Нижним Новгородом. Вот, так что, Миша, тебе привет, большое спасибо, что нас без ножей не оставили. Мы теперь обратно поедем и не будем дедушкиными ножами пользоваться. Не будем. Что будет сейчас, что будет. Нормально вообще. Да. Канин еще такого не видел. Ура! Вау! Видите, Дима как подготовился. И тортик привез, и салют бабахнул. Вот так вот. Молодец. Вы тоже молодцы. Да мы уже добрались сюда, уже молодцы. Нам бы это, как это, Кубота, Кубота. Да, верни нас обратно. Ладно, Кубота, ребята, а мизинь-то размыло там все. Там дорога жопь. Так, ребята, идем снимать самый главный механизм на севере. Генератор. Ух. О, какой. Модный. О, крутой генератор. А нагрузку не показывают, да? Нет. Вниз переключаем и на маяк переходим. Сейчас питаешь от маяка, да? Да. И тишина. А вот это уже беда, когда дизель встал. Здесь замерзнет все. Все, да. Это как у механиков на судне. Если ничего не тарахтит и не гремит, значит проблема какая-то. Честно говоря, думал, тут, знаете, эти самые такие ЯМЗ стоят, воздухом запускают их, елки-палки, еще те вот такие северные моторы, эти, раньше как в Советском Союзе были, дизель-генераторы. А тут уже такой стоит путний генератор хороший. Одно удовольствие пускать. Это точно. Ну что ж, народ, сегодня был неплохой день. Немного перевели дух, подготовили технику, как могли.
съели вкусный торт, сделали северное сияние. Вот. А завтра у нас начнется дорога в обратную сторону. Будем отдыхать. Так что спокойной ночи. До новой серии. Вы меня спросите, при чем же тут мы не дошли до Канина Носа? Да все очень просто. Мы до него доехали. Ребята, доехали, дошли до своей цели, и с этим нас можно поздравить. Далее нас ждет дорога домой, и если будет что-то интересное, то мы вам обязательно покажем это в следующих сериях. До новых встреч! Ставь лайк, подписывайся на канал. Удачи!